Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Огромное спасибо блогеру с ником Ангелов Рене, потому что именно она сподвигла меня на то, чтобы сходить в Эфраше, потому что она рассказала о скидках, бонусах, подарках новичкам. И огромное спасибо Марку Кауфману, потому что тоже вот как бы он еще добавил масло в огонь. И я, которая ходила мимо этого магазина просто годы, я не побоюсь этого слова, все же решила туда зарулить. Что меня там ждало и что я приобрела, я думаю, вам будет очень интересно и полезно. Для тех, кто в этой теме, либо хочет для себя ее открыть, оставайтесь со мной. Первое и классное – это сама коробочка. Там они у них продаются всего за 150 рублей. Значит, на коробочке имеется вот такой логотип Эфраше. Сама коробочка закрывается вот такой пленкой. И здесь у меня все, что я приобрела. Поэтому поехали. Вот такой нейролиф в концентрации Eau de Parfum. Эфраше. Это не катают, это не может быть подделкой. Стойкость аромата отменная, длительная. Аромат прекрасный. Если вам интересно, что я в нем слышу, то задавайте вопросы. Вот коробочка. Да, она тоже потрясающая. Качественная, никаких вопросов. И мне это гораздо приятнее, чем брать что-то, например, в Литуаль, и потом гадать и думать, а было ли, а оно ли, не оно. И теперь мы заглядываем дальше. Вот такие тени я купила на распродаже. Там на кассе можно приобрести, они недорогие, в пределах 300 рублей. Значит, оттеночек, который называется розовый шелк 11, он, сложно сказать, сатиновый или шиммерный. Все-таки сатин присутствует в небольшом количестве. Давайте попробуем перенести. Он почти незаметен, он может работать как пудра, закрепляющая вокруг глаз, очень интересная текстура. На стойкость я еще не проверяла, но обязательно проверю в ближайшее время. И могу отметить только очень мелкий помол, очень как бы необычную текстуру, которая именно на коже с шелковым отливом. Это здорово. Значит, как новичок, требуйте подарки. Меня научила Ангелов Рене. Я посмотрела ее видео, она говорит, требуйте подарки. А где подарки новичкам? Вот подарки новичкам. Значит, карточка. Это получают все, кто туда зашел. Вот такие несколько ароматов мне подарили. Сейчас, секундочку. Вот еще. Это новые линейки, здесь их уход, ну то есть вообще все супер. Здесь расписываются баллы и так далее, но мне это правда не очень интересно, как бы баллы, не баллы. Ну конечно, если что-то будет, было бы очень приятно, я просто распотрошила уже все. Мне нужно было зеркало для нанесения макияжа перед камерой, и я приобрела вот такое зеркальце. Одно из них обычное, а другое увеличивающееся. Да, будет заляпываться упаковка, но она очень легкая, пластиковая, и отлично, я думаю, для косметички вообще супер. Ну, правда, я больше люблю зеркала от Art Visage. Вот такие матирующие салфетки, отличительная особенность которых, как утверждает производитель, не тянут за собой макияж. Вот. Это не столько мне, сколько для работы. Попробую и обязательно расскажу, что и как. Очень-очень интересно. Там, в общем, еще вот такую листовочку мне дали. Это что-то там про Новый год. Ну, ознакомлюсь. Вообще, многие говорят, что у них очень хорошая именно парфюмерия. И
уход потрясающий. Туда можно прийти, вам сделать диагностику кожи, это совершенно бесплатно. Требуйте, настаивайте. И я показываю чек. В общем, все вместе, включая парфюм, плюс подарки. Вот вы видите сумму. Ну и тут еще какие-то баллы упали. Какие-то 17, да. Ну, это уже неплохо зарулило. Хотя я приобрела всего-навсего парфюм, зеркальце, салфетки и тени. Все остальное подарки. И у меня еще есть блотеры с ароматами. Это вообще отдельная песня. Вот так выглядят блотеры, их много, они очень красивые. Я была у них в пятницу, и да, где-то так. В общем, блотеры до сих пор хранят ароматы, а когда они лежат все вместе, это получается просто потрясающе, когда их вот так вот складываешь и просто проводишь около носа вот этой всей красотой, получается такой, значит, здесь мне дали моменты счастья туалетная вода, моменты счастья парфюмированная, роза ут я выделяю из всех, и, скорее всего, это будет следующее мое приобретение, амбровое, в общем, то, что у них было в Испахане, пожалуй, только в роза ут, но это более интересная композиция, чем Испахан. Потому что Испахан, так, амбровая вуаль, слишком пудра для меня. Аккорд шик. Вообще, немножко резинкой отдает. Резиночкой со временем стал отдавать. Несколько нот любви. В общем, если даже поначалу они какие-то не такие... Вот жасмин, он конкретно травянистый, он выделяется из всех. В общем, так, девочки, я нарыла золотую жилу, у меня такое впечатление. Во-первых, точно не катанка. Во-вторых, то, что я приобрела, пока этим очень довольна. Вот эти ароматы, которые сегодня среда у нас, значит, получается суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 4 дня на блотерах ароматы, и только один из них стал отдавать в резину. Это я сказала, какой. В общем, это супер. Это супер. Обязательно сходите. Я планирую пойти туда в ближайшее время на диагностику кожи. И если вам это интересно, задавайте вопросы. Мы сходим с вами туда вместе. Все это снимем, запечатлим и вообще разберемся. Это был небольшой обзор покупочек Yves Rocher в городе Ангарск. И как раз вот именно в это время нужно было поорать во дворе. Ну, у меня, к сожалению, я привязана к свету, которого сейчас очень-очень мало, потому что похолодало и выпал снег. Почему я не делала обзоры на парфюмы летом? У меня была либо жуткая аллергия, либо что-то в этом роде. В общем, я все лето проходила с заложенным носом, с недостатком кислорода. И просто говорить о том, что у меня... что я что-то слышу, это было бы просто бред, понимаете? Чем я вылечилась? Чем я вылечилась? Я покажу в кадре ненадолго, потому что я пыталась лечиться изофрой, я пыталась лечиться ринзесибом, это не помогало. Вот препарат, который помог. Это китайские капли, стоимость 300 с чем-то рублей. Посоветовала мне это моя модель, которая открыла как бы свой небольшой бутик на Китайке. И она сказала, что тоже не может дышать, что тоже вообще там у нее чуть ли не втроничный нерв отдавала. И она пришла в себя с помощью этих капель. Вот я могу тоже сказать, что я пришла в себя с помощью этих капель. Как бы, может быть, присутствует какая-то легкая там заложенность, но вот этого вот коматозного состояния, когда вы не дышите, этого нет. Я не пользуюсь этим постоянно, я пользуюсь этим по необходимости. Но нормальный полный вдох вот двумя ноздрями я смогла сделать только вот после этих капель. То есть изофра и ринза, они давали кратковременный эффект, хотя они очень разные ценовые категории, у них очень разные, не знаю, там, показания. Но я серьезно говорю, девочки, это неплохо. Кстати, пахнет эвкалиптом,
Значит, так покажу на всякий случай, как выглядит. Вдруг кто-то заинтересуется. По-русски не написано ничего. Гульный эвкалипт? Не знаю. Пахнет как гульный эвкалипт, но наверняка туда что-то добавили еще. В общем, они работают. Если это было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Теперь я дышу нормально и буду делать обзоры на парфюмы.